Серьезное ДТП произошло накануне поздним вечером на виадуке на проспекте Корсунова в Великом Новгороде. Столкнулись два «Соляриса». Водитель одной из машин не справился с управлением и вылетел на встречку. Спровоцировала фатальный маневр «Снежная каша» на подъеме на путепровод. Водитель, который стал виновником аварии, двигался со стороны Ломоносова. Около дома номер 10А по Корсунова его хэтчбэк занесло. Как позже отметят в протоколе сотрудники ГИБДД, молодой человек 1999 года рождения не учел дорожные и метеорологические условия. В это время коммунальные службы вели уборку виадука, и вся правая полоса была покрыта слоем снега и наледи. С какой скоростью двигался Hyundai, теперь предстоит выяснить экспертам. Но водитель не смог удержать машину, попавшую в снежную западню. «Солярис» выкинула на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с другим «Хюндаем». Удар был такой силы, что обе машины практически лишились передних частей. Пострадали оба водителя и несовершеннолетняя пассажирка машины виновника, девушка 2003 года рождения. Все трое были доставлены в медучреждение. Есть ли в произошедшем вина дорожных служб, теперь предстоит выяснить в ходе проверки. Но сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что в сложных зимних условиях безопасность во многом зависит от выбора скорости и стиля вождения. Это нужно учитывать, садясь за руль.